Музей космонавтики, интерактивный зал и другие новинки появятся в Барнаульском планетарии после капитального ремонта. Проектно-сметная документация уже разработана и предполагает определенные финансовые вливания. Предполагает затраты порядка 73 миллионов. Но здесь предусмотрено не только капитальный ремонт этих помещений, но и их приспособление под дальнейший монтаж оборудования. Напомним, в 2022 году планетарий переехал в бывший кинотеатр «Родина». До этого он располагался в здании Крестовоздвиженской церкви в парке Изумрудной. В центре города окно во Вселенную начало пользоваться большей популярностью. Власти решили, что дальнейшая реновация еще больше повысит зрительский спрос. После обустройства дополнительных залов начнется второй этап реконструкции. Ремонт фасада, это ремонт кровли, это благоустройство территории. На сегодняшний день также ведется разработка, прежде всего, проектно-сметной документации. Здесь есть тоже свои особенности. Особенность здания в том, что оно является объектом культурного наследия, и восстанавливать его нужно бережно, с соблюдением процедуры, определенной федеральным законодательством. Глава города Вячеслав Франк на совещании в администрации города предложил привлечь местных архитекторов, чтобы они помогли грамотно и со вкусом вписать звездную площадку в городское пространство. Валентина Аскерова. День с толком.